Дарья Тятова ходит за продуктами несколько раз в неделю. Затраты на еду занимают самую большую статью расходов в семейном бюджете, поэтому любое повышение цен заметно отражается на ее кошельке. Так как у нас большая семья, приходится ходить за продуктами довольно часто, и на это уходит довольно большая сумма денег. И с учетом того, что покупаем мы, например, какой-то стандартный набор продуктов, время от времени стоимость на него очень сильно меняется. Цены на продукты действительно меняются. Представители потребительского рынка и услуг совместно с депутатами провели мониторинг цен на так называемый борщевой набор. В него входит лук, картофель, капуста, свекла и морковь. Результаты проверки обрадовали и мытищинцев, и самих экспертов. Мы сегодня проводили анализ в одном из магазинов в городском округе Мытищи. Такой анализ уже был 2 недели назад, мы проводили, сравнили просто цены, какой все-таки произошел у нас за две недели, какие пришла ценовая политика, изменение ценовой политики в магазин на борщевой набор. Это попадает 5 видов овощей, которые в борщевой набор. И мы сегодня определили, что действительно за 2 недели на 20% прошло снижение этой продукции. Но я думаю, что сейчас это сезонная продукция, да, то есть она будет снижаться. Цена будет и далее. Сегодня борщевой набор становится доступнее. Еще месяц назад цены на морковь вызывали у жителей негодование. Ее цена за килограмм достигала 94 рубля. Сегодня почти в 3 раза дешевле – 39 рублей. Подешевели и другие овощи. Например, картофель в этом магазине стоит 27 рублей, капуста – 39, а свекла – 32. Общая сумма борщевой корзины не достигла и 150 рублей. Мы взяли продукты для борщевого набора. На сегодняшний день сумма общая составила 142 рубля. По сравнению с прошлым разом мы видим значительное снижение, это где-то на 20%. Взяли борщевой набор, который хватит на семью, я думаю, не на один день. Качество продуктов, вы сами видите, говорит само о себе. Все продукция свежая, хорошего качества. Качество продукции для покупателей играет не менее важную роль, чем цена. В этом плане мытищинцы отдают предпочтение местным сельхозпроизводителям. Здесь идет речь о том, чтобы давать право, да, и, наверное, преимущество нашим сельхозпроизводителям производить продажу продукции в наших, соответственно, магазинах. Специалисты утверждают, что тенденция снижения цен на овощи будет продолжаться. Алина Савыш, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.